Приветствую вас. Очень кратенькое видео. Ну, я бы сказал бы так. Каждый человек имеет свое мнение. Абсолютно. Согласен. Но я вот это не понимаю. Понимаете, я понимаю, я ненавижу Путина. Это святое. Я ненавижу, там, не знаю, кого там, другого президента. Это тоже святое. Понимаете? Президента, власть можно ненавидеть. И это надо ненавидеть, если вам они не нравятся. Это логично. Но ненавидеть страну, по-моему, это глупо. Ну, серьезно глупо. Поймите, я понимаю, что, честно говоря, я считаю, что Путин не прав однозначно. Я считаю, что власть в России тоже не права. И мало того, еще раз повторяю, что Крым оккупировали. Что бы это ни говорили, оккупировали. И что бы там ни говорили, действительно, к сожалению... Большая ошибка российской власти, что они поддерживают боевиков на востоке Украины. Поддерживают, что бы ни говорили. Я считаю, это неправильно. Но Россия, это не Путин. Россия это больше. Ну, можете посмотреть, сколько там этого группа, сколько там людей. Ну, я понимаю, масса таких групп. Но я не понимаю, зачем. Понимаете, наоборот, если мы хотим победить, убрать этот маразм, этот бардак, прекратить войну на Востоке. Надо немножко другим путем двигаться. История знает, что ненавидеть заканчивается всегда печально. Очень кратко. Пока.